Так, собираемся на рыбалку. Сегодня мы будем обкатывать лодку флагман 320 надувным дном. Вот какая. Хозяин. Так, рядом стоит лодка Корсар 330, комбат. А у тебя сколько борт, высота борта? 40 вроде. 40, и это тоже. Зато у меня, смотри, как удобно браться вот тут. Смотри, а? А? Видал? Удобно, да. Да, она легкая. Сколько килограмм? 26. Да ладно. Да. Еще 15-ка. 26? Как Юкон. 26 килограмм она. А у меня 50. Ну, я... Флагман 320. Моторчик Меркури 5. Двухтактный. Сегодня будут впервые бороздить просторы реки Камы. А вот и проверенный комплект. Лодка Комбат 330 и мотор Тахацу 9,8. Пока. Первые 10 минут. Сейчас клюнул. Клюнул, да? Да. Ну вот, кидай туда. А, так. Ага. Клюнул? Вроде. Тюкнул, да? Тюкнул. Ну, сейчас я ее поймаю. Давай. Ну, а может ли? Ага. Есть? Был. Сошел? Угу. Вот, ага. Это я увидел. Заснял.
Ага. Хороший. Ага. Вот засек. Ага, засек. Нет, я не засек. Ну, я заснял. Наконец-то я могу теперь рыбачить спокойно. Слабину не давай! Да ты браконьер! Нет, я ловлю на разрешенную снасть. Отпусти маленького-то. Это не маленький. Нормально. Так, улов.